Ah.
Station der Flughafen. Bei uns sind die Flughafen und die Schnellstraße. Das ist die Abweisung von Männern. Abweisung? Und hier wo? Da, schon schief abgärten. Hier wird vorne. Ach, однажды на корабле мной я повстречался с ним, и чудо, просто чудо, остался. Ой, папа, расскажи, откуда он? Зверь опасный, огромный, ужасный и ужасный. Давненько это слышно. В ответ ответ. Потом на стрелке по часам и помню на коне. Он вам приходит на ключ. Шерсть людей здоровья. И за мою тему вот будущий двор. Оранжевый окном коня снова ищет. Ходит во двор. Папаша выпала отцы и жена, и лишь дочонки группала, и не стали. Приключений хочется смотреть из пещеры. На стрелочке представь, а там попасть. Снаружи дети он, снег летит и ветер, поют. А да, ку-ку, вижу светло и тянет, снится, что там во мне таится. Вот так тонет, чисто хвост чешуйчатый молчит. И просто не ушло нас, сидит там. Так, вот он зверь лесной, он подпускал мотором, шерсти нет, нет узлов. Простите, вы мышонок? Я кошка, я не он, он где-то на горе, а шашу. Не мышонок это,
захвата. На печку вдруг захват. Мышонок, это выдумки. Мышонок, это сказки. Я обошла в песке. И в боль, и поперек. И все дурачки у меня. Эй, что там поперек? Мышонок, сколько маленьких. Вот ты-то мне и нужен. Я без управлять и не твой. А кто? Сказал мышонок. Ирисовский. А чьи я друга? На вас на кожу пригласил. Он был болен и молкучен. Сейчас ты видишь славу. А лешего убил? А башню упал. Это все не знает? Так это все не знает? А мой мышонок, чем на мне поверит? И мой башек, и печи, сейчас он будет. И как пошла? И что она? И нормальная ведьма, а не мышную поляну. Ой, кто это за здесь? Он счастье с ней сторон. Торчат в ужасные усы. Неистно длинный хвост. А уши, ну и страх. Манукишь ей со спору. Все его орех величиной в гору. Да это сам мышонок. Спасите! Сначала он был в городе, где он знал каждый.